очень да, круто, но море у вас вообще и тепло, нравится. А вы давно приехали? Сегодня утром. А как публика? Очень теплый, добрый зал вообще, как будто моя семья. А могло быть ревнивые парни? Есть ревнивые парни в зале? Вам не видно, он прям по бабе хлопал сейчас. Я... Я романтик. Я не сексист. Девчонки, вы же гораздо больше сексисты, чем мужики. Вы же согласны, нет? Вы знаете, что есть услуга муж на час? Знаете, что такое муж на час? У вас было какое-нибудь волнение перед выступлением или что-нибудь такое? Вообще нет. Как вам ответы? Нормально? Шикарно. Вообще нет, вообще не волновался. Даже наоборот было весело прям сразу. Я же реально какая-то женщина сейчас ваших национальностей. Заткнись, Не улыбаться. Волнения не было, потому что мы часто выступаем. Каждый день. Просто два профессионала. 5 лет. А как начали вообще карьеру? Рассказывай. Ой, долго, плавно, постепенно. Прям надо отвечать на такие вопросы. Да. Вот КВН был, потом Comedy Battle, потом вот и вот. Шутки нравились, люди смеются, мы такие, прикольно, давайте еще. Это мой вариант вообще. Кстати, это работает, правда. Я в какой-то момент такая, Вика, ты же женщина. Почему ты живешь в такой грязи? Почему ты в грязи, а не в караоке? Ну вот честно, я даже из-за мужика не собираюсь собираться. Мне вообще компания нравится, я думаю, а настолько ли ты мне прям нравишься, чтобы я прям пропылесосилась? Для этого тебе нужно 5 лет отучиться в учебном заведении. А хорошее что-то будет в жизни? Да. Можешь начать встречаться с девушкой. А мне с ней будет весело? А ей с тобой будет весело.